13 августа руководитель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова совместно с волонтерским штабом города провели субботник на могилах ветерана Великой Отечественной войны и почетной жительницы Десногорска. Два заросших участка и еле заметные за травой надгробия. Такими перед добровольцами предстали могилы ветеранов, каждый из которых больше 10 лет. Усопших не навещают родственники, позаботиться об оставшейся о них памяти некому. Инициативу в таких случаях берут на себя члены городского волонтерского движения. На добровольной основе к ним присоединяются все желающие. Обратившись по любому поводу, особенно если это касается ветеранов, тех, кому мы обязаны за жизнь, обратились, вот волонтеры тут же не отказали. Сегодня присутствует с комитетом солдатских матерей военнослужащий, который пришел в отпуск, который с удовольствием принимает в волонтерском обществе, в работе волонтерской участие. В одной из могил, на которой прошел субботник, похоронена почетный гражданин Десногорска Мария Кузьменко. Встретив войну 19-летней девочкой, она сразу попала в партизанский отряд и стала разведчицей. Конец войны встретила связисткой под Берлином, а в 1977 году стала жительницей Десногорска. Сейчас ветеранов в городе остается все меньше, но подобные акции призваны показать, что память о героях продолжает жить в поколениях. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.